Сейчас я вам покажу то место, куда я часто ходила за наркотиками. Покупала их там, употребляла. Попутчицей моей всегда была Настя, Катруси еще не было. И точно так же на этой же самой колясочке мы часто ездили туда. Боже, как же она бедная эта коляска выдерживала это, а? Сейчас посмотрите, там может мостик, речку, вонючку. Ну, если она там вообще еще осталась. Ну, должно же быть это все. Никуда же она не могла за сколько тут за 2 года деться. Смотрите, какие красивые спелые абрикосы. Вот и мостик, про который я вам рассказывала. Мы уже дошли до Балки. Ну, он не провалится, я надеюсь. О, боже, там быльца раньше были. Страшно. Ой-ой-ой, он шатается. Ха-ха, Катенька, не смешно. Ха-ха, пошли, котик. Оп-оп. Оп-оп. Ну, это если дождь шел или какая-нибудь плохая погода. Не сесть, не лечь, там на бревнах мокро. Я с собой носила кулечек такой большой. Подстилала его и ложилась. У меня кто-нибудь колол. Кошмар. Вспоминаю, жутко становится. Ну, Балка называется, потому что с двух сторон спуск. И там вода течет, речка, сточные воды всякие. Оп, молодец. Идем еще. Говорю, так как я оптимист, во всем ищу хорошее. Я все время говорила. Зато смотрите, мой ребенок, говорю, постоянно на свежем воздухе. Кто, говорю, может похвастаться, что у него ребенок минимум 4-5 часов в день проводит на свежем воздухе. Хорошо я себя чувствую, что я от этого всего отдалилась и сейчас сюда приехала не для того, чтобы купить у колодца, а для того, чтобы вам показать, как это было раньше. Хорошо себя чувствую, прекрасно. Радуюсь.